Смотрите, как сегодня пусто. У нас тем более сейчас ланч. Были тут всего две машины, и те разъехались. Осталась только моя, обычно все забито. Так, сегодня что у нас? Тот самый день, когда детей нет. Сегодня всего несколько людей ходит, у каждого свое задание. Сейчас покажу мое задание, с чем я сегодня работаю. Вот это вот штуки, это что я говорила, компьютеры хранятся. Видите, ключик вот здесь, такой сейф, открываете. Вот открывается здесь 30 компьютеров. И вот так вот делаются дверцы, чтобы не мешали, чтобы в них никто не спотыкался. И, как я говорила, что каждый компьютер, вот видите, подсоединен к питанию, к источнику питания. Потому что вот здесь есть еще один большой такой кабель, или как он называется, и он подсоединяется вот сюда. Вот как, например, вот этот. Сейчас вот все компьютеры заряжаются, что подключены. Все, я уже, в общем-то, сегодня делаю ревизию, маркирую их. А, в общем-то, я уже все сделала, потому что у нас здесь ассистентов не так уж много. У каждого свой список. Нам вон дали список. То, что делать, я делаю пункт первый. Вот, ну и все. 30 компьютеров, видите, очень, которые помогают в учебном процессе. Просто такая помощь просто невозможная. И все, вот видите, второй класс, вот это вот пятый класс, вот это вот kindergarten, то есть детский сад. Еще один пятый класс, третий класс. В общем-то, все. И при этом, знаете как, компьютерная комната все равно существует. Все равно ее не убирают, потому что, когда идет время тестов, то лучше все-таки работают вот эти простые, старые, добрые компьютеры. Так, еще я забыла сказать, что потом эти все бандуры разводятся по кабинетам. Сюда они собраны на каникулы, чтобы мы их просмотрели, чтобы они по кабинетам бегали, а чтобы все было в одном месте. Вот. И если где-то чего-то, потому что иногда, например, компьютеры написала, вот видите, что не хватает компьютеров 10, потому что они могут быть где-нибудь в другом классе. Вот, сегодня зато классное время посмотреть вокруг. Кстати, вот она, видите, система у нас. Это отопление. Сейчас 68,8 градусов. Вот эта штука, это вентилятор такой включается. Это тревожная кнопка. Когда студент начинает биться в истерике, какие-то проблемы. Нажал, с тобой офис связывается. Вот здесь вот голосовая связь. Офис связывается и вперед. Говоришь, что какая проблема. Приходит человек и помогает тебе. Сейчас покажу, как у нас оформили к каникулам. Уже, по-моему, поснимали, видите, это шкафчики, где дети хранят свои одежды. А ну-ка, сейчас пойду. Вот здесь второй класс, и вот этот угол самый дальний, это у нас детский сад. Сегодня никаких учителей нет. Но смотрите, как классно детки оформили дверь. Видите, второй класс. Здесь тоже они часто оформляют что-то. А вот тоже детвора, смотрите. Вот этих детвору я утром помогаю им. Такие они прикольные. И вот тоже классно сделали, смотрите, как красиво дверь оформлена. Или вот это. Ой, какая прелесть. Это малыши. Я им помогаю утром тоже. Такие красивые бантики. Класс. Такие одуванчики, типа одуванчиков. А это трубочки, видите, трубочки. И какие-то... А, бомбоны. Бомбоны. Здорово. Это еще один выход туда, на улицу. Все двери изнутри открываются без проблем. А чтобы войти в здание, нужен ключ, который у каждого из нас есть. Пожарная безопасность. Вот такой вот шкафчик у нас, видите, эти дворы. Кондиционеры наши. Их здесь несколько. На этой стороне, вот там еще, вот там еще и вот по другую сторону. Очень много кондиционеров устроено.
Life is all about making mistakes and learning from them. Это правильно. Дальше. Be a buddy, not a bully. Против буллинга, видите? Your action speaks louder than your words. То есть твои действия говорят громче даже, чем твои слова. What it takes to stand up and speak? Courage. What it takes to sit down and listen? То же самое. Courage. Integrity is doing the right things even when no one is watching. Это что-то говорила. Всегда делать правильно, даже когда никто не видит. No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Make today the day to learn something new. Класс. In our classroom. Это туалеты красные, это девочки. Видите, тут все, в общем-то, ванные комнаты, туалетные комнаты, они устроены для детей с ограниченными возможностями тоже. Вот здесь тоже, видите, какая-то стена украшена с фотографиями детишек. Или вот такая дверь. Видите, тоже детскими рисунками. Или вот такая дверь. Класс. Поделки с именем и с фотографией. They remember to give a friendly wave and a smile. Это значит friendly wave. Шкафчики у каждого свой индивидуальный. Это еще, наверное, были к дню Валентина Святого. Такие поделки тоже делали. Вот такая вот дверь. И вот тоже такие классные поделки, да? Вот тоже стена, видите? Attitude is a little thing that makes a big difference. Да, это точно. Отношения — это бывает разное. Это здесь рисование, как мы говорим, и музыка. Вот это вот арт. Кабинет. Кабинет арт. И музыка. Здесь мы выходим на ресес. У нас мячи, скакалки где-то. Надеюсь, могу показать столовую сегодня. Мы обычно спускаемся вот сюда вниз. Это обычно даже когда торнадо, тоже спускаемся тоже вниз. Это по пятницам выдают попкорн детям. Да, вот как выглядит наша столовая. Все эти столы, они вот так вот собираются, если вы видите, да, вот так вот собираются пополам и ставятся к стенке. И вот там кухня. Так что, в общем-то, вот так вот мы и живем. Ну-ка, давайдем через вот этот вот вход. Здесь у нас мистер Дэвис. Отличный человек. Просто душевный. Это все его. Здесь это элеватор есть, то есть элеватор. Elevator, это на английском. Hello. Hi. I'm good. How are you? Вот еще такая дверь украшена. Это в другой части. Тоже опять два туалета у нас. Их раз, два, три. Здесь вот более взрослые. Здесь вот в этой части я обитаю. И спортивный зал. Здесь всегда с утра мы начинаем assembly или собрание. Все дети, вот вся школа здесь сидит. Pledge of Allegiance каждый день. Флаг. Он флаг. В общем-то, вот так вот у нас все выглядит, видите? Здесь пятый класс, мистер Аусвис. Язык и
наука, да? Вот, здесь у нас мисс Томасон, это 5-й класс математика. И вот здесь у нас библиотека. Закрыта сегодня. Да, закрыта. Все, наш день закончился. И у нас начинается... Подождите-ка, вот здесь мы включили свет сегодня. Ну да, включили и не выключили. Все должно быть выключено на каникулы. Все выключается. Электричество отключается, кондиционер отключается. На всем экономятся деньги большие. Очень большие. Какая у нас прелесть, а? Ну, мистер Мартин в свой грузовичок сел. Сейчас по... Клок-клок-клок-клок домой.